Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про освітні екопрограми у Дніпрі. В нашій студії заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Ірина Козлова. Ірина Козлова – заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Має три вищі освіти. Партнерка Міжнародної асоціації поводження з твердими відходами ISWA в Україні. Виховує доньку. Хобі – колекціонування кактусів. Ірино, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Я знаю, що у Дніпрі вже другий рік реалізуються освітні екопрограми. І нещодавно, от буквально місяць тому, затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України був національний план дій з охорони навколишнього природнього середовища. І в ньому от саме перша ціль – це формування в суспільстві екологічних цінностей, впровадження освітніх програм, підвищення екологічної свідомості. Тобто Дніпро, так би мовити… Опережає время. Це дійсно так. Да. Я должна сказать, что мы очень, очень порадовал нас этот документ. Тобто раніше таких цілей не було в національному плані дій? Системных, именно экологической направленности, это первый документ. Мы очень рады, что наше правительство, вот Кабинет министров в частности, взялся за экологическое образование нашего населения именно вот таким большим плановым документом. Там не только экологическое образование, там еще и научные исследования, там различные статистические данные должны быть собраны, разработаны системы. То есть этот документ, он крайне необходим нам всем для того, чтобы объединить усилия всех органов и ведомств, которые как-то, ну, в принципе, все причастны к экологии для общего блага, так сказать. Тобто він націлений, ось ці програми освітні, не лише на програму навчання в освітніх закладах, а взагалі на все населення України. Так, да, да, і научно-исследовательські інститути, і міністерства, і органи місцевого самоуправління. Там окремими пунктами виділено ті завдання, які ми повинні реалізувати. І ми якби з гордістю теж посмотрели, оцінили свої усилия, які в прошлом году приложили. В этом году у нас стартовала опять программа, которая называется «Экоосвита-2021». И будем продолжать заниматься этими проектами образовательными. Я даже дивлюсь в этом национальном плане дій. Это социальная реклама, проведение конференций, семинаров, вебинаров, организация выставок, конкурсов, фестивалей. То есть очень много всего и все с экологической тематикой. Да, у нас в этом году, да, в прошлом году как бы мы делали пробный шар, мы запустили несколько мероприятий, и в этом году уже с учетом прошлогодних всей нашей резонанса, который был, у нас большое количество вузов присоединилось к нам. В данный момент у нас уже порядка 10-8 вузов, и еще подсоединилась даже школа, нам вчера звонила, одна из гимназий. Которые и ты же зацікавлені. Конечно, они сами попросили, они хотят быть амбассадорами нашей программы, они хотят участвовать, вы знаете, вплоть до того, что нам на некоторые мероприятия приходится делать регистрацию предварительную, чтобы мы могли хоть чуть-чуть спрос контролировать, потому что действительно у нас очень серьезный дефицит экологических знаний. И он даже выражается в том, что у нас есть определенные проблемы в законодательном органе нашем. У нас такое количество законов, в том числе и базовый закон рамочный, о котором мы уже говорили, про управление отходами, и еще не родившиеся следующие законопроекты, они уже не получаются. То есть вот последний закон про забруднение, он не нашел достаточного количества голосов. Нам образовывать экологически надо не только детей, но и взрослых. Нам надо как можно больше усилий уделять тому, что кричать об этих проблемах,
рассказывать, кричать, показывать. Поэтому в этом году у нас стартовал эко-кинофестиваль. Так, я дуже здивувалась, да. Наприклад, цій новині. На даний момент відеоматеріали являються самим доступним для нашої молодіжі і самим інформативним донесенням, ну, донесенням всіх вот знань, всі да? Проблематики, так, да, событий. Ці тіктоки, ютуби, ютуб-канали, інстаграм. Довольно несложно сейчас снять короткометражный ролик, а мы принимаем на наш экофестиваль до 10 июня любого размера видеоматериалы, от одноминутных каких-то кратких сюжетов до более серьезных работ, вплоть до документальных фильмов. Мы никого не ограничиваем. И уже как бы имеем определенный видеоконтент, и некоторые из этих роликов мы будем использовать в дальнейшей работе, в том числе в работе департаментов. В наших образовательных учреждениях также этот дефицит существует. И я думаю, что мы будем и дальше продолжать эту традицию, потому что других материалов на данный момент нет. Ірино, а скажіть, будь ласка, оскільки ми одразу почали говорити про кінофестиваль, про еко-кінофестиваль, який відбудеться у Дніпрі, скажіть, від кого приймаєте заявки, чи від усієї України, або лише наша область? Ні, ми не надаємо преимущества, абсолютно нікого не ограничуємо. И будем очень рады. Главное, соответствовать нашим критериям отбора, чтобы это было снято горизонтальной камерой в определенном разрешении, там пикселя надо смотреть в условиях участия. И, безусловно, это должна быть какая-то экологическая ситуация. Неважно, это проблема или это success stories, как я победил, да, как я сделал, как я собрал мусор, как я организовал своих друзей. Либо это призыв к действию, то есть давайте, вот, будем решать эту проблему вместе, объединяйтесь, и абсолютно нет никаких ограничений по стилистике, только это должна быть эко. Куди відправляти, де можна знайти загальну всю інформацію про фестиваль? На Фейсбуке есть наша страничка, программа «Экоосвіта», «Екосвідомість», да, мы ее не переименовывали для того, чтобы не было… Це в минулому році вона называлась программа «Освітній проект «Екосвідомість Дніпра», Дніпра, так? Ось да. Так саме називається Фейсбук-сторінка. Тобто да. Там є вся інформація, куди надсилати, як реєструватись. І на цій странице, да, можна посмотреть условия участия, можна посмотреть, хто буде представлен в журі, які нужны критерии, які у нас критерии отбора, і куди можна відправляти. Там теж є почтовий ящик і ссылка, куди можна відправляти це на Фейсбуці. Насправді, от якщо дивитись на ті еко-освітні проекти, які ви реалізуєте, то вони дійсно дуже цікаві. От, наприклад, еко-хакатон, еко-кінофестиваль, акваплогін на каяках, екскурсії на сміттєвий полігон. От еко-хакатон – це дуже цікавий формат. Давайте по черзі про все розкажемо. Да, в прошлом году ми робили, це було участие соревновательное, ми взяли дві команди. И они между собой соревновались, проекторы различные нам предлагали нашему вниманию, которое возможно реализовать. В этом году мы учли опыт прошлого года, потому что есть проекты, которые можно запустить сейчас, или там они не требуют бюджета, или какой-то минимальный бюджет. И они городского уровня. А был нам тогда предложен проект всеукраинский, да, там чекизация, мы говорили об этом. Ну, это интересно, но это очень проблематично. Поэтому в этом году ушли все ошибки, и мы этот проект сделали в формате реалити-шоу. У нас участвовали студенты нескольких вузов, и там, по-моему, 8 различных специальностей, да, из одного вуза там были несколько специальностей студентов. И политехника, и МВД, и Академия наша таможенная. Они все с таким удовольствием, команды прошли отбор, вот те, которые прошли отбор и участвовали в нашем шоу, вы сможете это увидеть в субботу в 5 часов на канале Днепро ТВ. Тобто, в цю суботу. Это было очень интересно. Там
и различные проекты можно увидеть, и формат обсуждения споров. Я не хочу просто раскрывать все секреты. Это справжнє телевизионное шоу, которое варто подивитись. Настоящее, да, реалити-шоу. Первое в Днепре, и я, наверное, не побоюсь сказать, что и первое в Украине. Это экологическое реалити-шоу. Мы будем заниматься этим дальше, безусловно, и развивать эту тему, потому что, вы знаете, когда идет процесс обсуждения, то кроме студентов еще и все члены жюри участвуют в том, ну, пытаются поспорить, сами с собой проговаривают. Эти темы они заставляют думать, искать ответы на вопросы. И мы надеемся, что наши зрители также, кто увидит, проникнутся всеми этими проблематикой, и будем ждать отзывов. И взагалі дуже добре, що ви спілкуєтесь, ви заряджаєте молодь, і вона більше, напевно, думає про те, як же бути більш екологічним. Да, за 5 лет город кардинально изменился. Он стал чище, он стал более, ну, порядка стало больше в городе. Но экологические проблемы, они, к сожалению, пока никуда не делись. И есть все равно моменты, когда надо показывать проблему изнутри, вот как мы ее видим на нашей работе. У нас же, мы уже говорили об этом, у нас много случаев вандализма, к сожалению. У нас не всегда бережно относятся к домашним животным, к растениям, поэтому... Это все начинать надо с детского сада, со школы, и студенты, будущие родители, не только родители, а и законодатели, да, те, кто пойдет работать в законодательную, в исполнительную власть, научно-исследовательские институты. Сейчас везде должна быть приставка «эко». Поэтому расчет на то, что следующее поколение уже будет не в пример предыдущему, а это все учитывать. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, Ірино, ось цей національний план дій, ви в ньому знаходили інформацію про те, що, наприклад, екологічні ось ці освітні проєкти будуть реалізовані, наприклад, в садочках, в дошкільній освіті? Чи буде таке? Там большой достаточно блок гуманитарной политики, и так как это документ такой общего регулирования, я думаю, что по системе, скорее всего, да, еще каждое министерство по своему направлению будет разрабатывать еще какие-то подзаконные акты, какие-то нормативные документы, методики. Но вы знаете, как это процесс длительный. Поэтому, как бы, если мы будем и сверху, и снизу на проблему давить, и решать ее постепенно, то, ну, как бы, успех наступит быстрее. Я знаю, що нещодавно ви їздили з дітьми, мабуть, зі студентами на екскурсію на сміттєвому полігоні. Да, молодіжний совет наш, городського молодіжна рада. А, я так розумію, от я навіть бачу, що це відбулося за ініціативи молодіжної ради. Ну, скажем так, мы открыли ежегодный сезон экскурсий. Точно так же мы возили в прошлом году. Всем очень нравится. Всех, конечно, впечатления очень яркие после полигона. Это надо видеть. Жизнь городского мусора, да, от момента, как он поступает в мусорный контейнер и приезжает на полигон. И в этом году мы просто открыли следующий сезон. У нас очень много заявок. Сейчас мы занимаемся тем, что рассматриваем коллективные заявки, будем возить, и обязательно еще будем, у нас есть просто люди, которые пишут нам на сайт, и это не группа, это просто индивидуальное обращение, мы обязательно всех повезем. Насправді дуже цікаво, навіть мені цікаво було б тут з'їздити. Ми вас приглашаємо. Дякую дуже. А Ірино, от що більш за все дивує там на полігоні? Об'єм, мабуть. Это не передать словами, это надо действительно сметчево видеть. Место, так? Да, человек. Потому что, как бы, когда ты видишь два контейнера возле своего дома, ну, и у человека, наверное, в этот момент возникает желание, особенно если он там, да, еще рядом кто-то что положил, можно бросить. А вот когда ты увидишь количество мусора на полигоне, ну, вот я просто по глазам наблюдаю присутствующих, мне кажется, эти люди больше не поставят пакет мимо ведра. Они его донесут и положат в контейнер, потому что если это все не будет в том месте, которое для этого предназначено, нас реально накроют волной. Ну, это
С мусором треба вообще очень аккуратно жити. І, напевно, коли людина бачить ось ці обсяги, так, тобі хочеться зменшувати. Хочеться уменьшати своє потребління, да, задумуватися лишній раз, купити, не купити, і як це взагалі вибросити, щоб воно туди не попало. І там вже задумуєшся о том, що треба зробити, щоб там не лежало таке кількість. Це на віка. Ірино, а скажіть, от в процесі цієї екскурсії, чи спілкуєтесь ви з молоддю, розповідаєте, звісно, у них ось ці всі питання виникають, чи даєте поради, як краще поводитися з відходами? У них маса вопросов, да. Вони всі спрашують, що з цим робити. Что с этим делать? Мы им показываем бегазовую установку, мы им показываем сортировочную линию. Это, конечно, работает в тестовом режиме, это совершенно не те объемы. Но вот, смотрите, выход есть. То есть надо заниматься добычей биогаза, надо заниматься сортировкой. Лучше еще, если это будет происходить на местах. Ну, мы знаем, как решать эту проблему и призываем вас вместе с нами решать для города эту проблему. Будем делать все сообща. Я знаю, якось ми з вами спілкувалися щодо того, що в Дніпрі з'являться ось ці сортувальні станції, так би мовити. Да, ми починали, ну ми чекаємо, да, у нас, как бы, к сожалению, процес притормозился на некоторое время, но мы ждем установки вот наших муниципальных пунктов. А у нас сейчас есть карта наша, открытая карта Днепра, на которой можно увидеть пункты частные, которые существуют для того, чтобы сдать туда отсортированный мусор. И как бы рассчитываем на то, что на нашем полигоне будет установлена не одна сортировочная линия. Ну, их надо на тот объем, который производит город, их надо там, ну, десяток. Как минимум поставить, для того, чтобы они работали, были взаимозаменяемыми и сортировали не только пластик, а и другие виды отходов. Ірино, я от бачу ще цікава подія, яка відбулася теж нещодавно, акваплогінг на каяках. Завтра. Ах, це завтра. Да, в прошлом году у нас було несколько таких мероприятий, и они все были у нас Комсомольский остров, да, то есть мы как бы не выходили особо за границы. Вот. А сейчас та организация, которая предоставляет нам каяки, они обратили наше внимание, в принципе, как мы знали об этой проблеме, о том, что Зеленый остров, он очень засорен. То есть там, где самый він знаходиться? И... Ну, мы будем отплывать от Воронцовского пляжа, он находится в акватории Днепра. И там действительно, то есть большое количество людей годами отдыхает, и я так понимаю, что большая часть за собой мусор не вывозит. Я сама не видела, но то, что рассказывают, говорят, что это действительно апокалипсис, то есть картина, жахливо, картина действительно ужасная. Мы обратились за помощью к нашей национальной полиции, то есть нас будет сопровождать катер, и есть еще общественная организация, которая тоже с водной полицией, на воде они защищают акваторию, они будут вместе с нами, и они предоставляют нам лодки, чтобы можно было на лодках этот мусор вывести, потому что, ну, в каяк не так можно много взять, да, и как бы плыть далеко. Вот, для нас таки безопасность тоже играет большую роль, поэтому на лодках будет, ну, сколько сможем, столько вывезем, а нет, ну, мы будем продолжать. Зрозуміло, кого ви запрошуєте на цей захід? Це будуть студенти? Ну, к сожалению, да, у нас количество мест ограничено, и сейчас это будут студенты нескольких вузов. Опять же, да, ну, отбор приходится делать, потому что у нас всего 50, скажем, ну, участников мы можем сейчас вывести. Ну и тут я могу пообещать, что эти акции у нас постоянные, они были и будут дальше. Будем стараться возить всех желающих. Расскажите, освітній проєкт «Екоосвіта Дніпра 2021», що ще планується з такого цікавого і корисного? Ну, от буквально, да, я якраз прийшла сюди. У нас было одно из наших совещаний, на которых мы планировали, у нас планируются два крупных события в городе. Мы хотим собрать экологов, которые из других городов Украины,
и обсудить наиболее серьезные проблемы, которых для города, которые пока мы не можем решить, вот именно нам надо решать их сообща, они характерны для всех городов. Это и загрязнение воздуха, это и проверки предприятий, это в том числе даже и амброзия. Да? Вот у нас как бы будет последний блок этому посвящен. И это будет у нас происходить в июне месяце, а год мы планируем завершить, во-первых, подведением итога этого года, и хотим, не хотим, а как бы к нам очень много предприятий присоединяется, именно социально ответственный бизнес. Мы очень рады, кстати, что в нашем городе это и биосфера предприятия, и Экопицца, КФС. Очень многие, они заложили уже вот эти вот экологические моменты в свои бюджеты, в свою работу, в своих предприятий. И мы хотим такую сделать консолидацию бизнеса и органов власти, и общественных организаций, и провести большой саммит в декабре месяце. Тобто, щоб всіх долучати, бути екосвідомими, все да. ж таки, і реалізовувати разом, напевно, якісь проєкти. І, звісно, ми робимо такий великий формат і будемо це везде освіщати для того, щоб транслювати опыт Дніпра на інші міста України. Ми знаємо, яка ситуація Кривий Рог, Запорожжя, да, промислові міста. Киев, то есть мы можем чем-то поделиться и стать друг другу полезными, потому что очень важно, чтобы это все было повсеместно, да, потому что даже если мы победим проблему, неважно, это загрязнение воздуха или это амброзия, ну, в любом случае города между собой очень близко находятся, так, сообщаются, эту проблему надо решать на уровне всей страны. Ірино, а якщо дивитись на інші області України, чи є в якихось реалізуються екоосвітні програми? Ну, безусловно, небольші проекти, а вони є, вони існують. І також ми спілкуємося в нашому проєкті «Екосвідомість», є серія телемостів, ми проводимо. От у нас є з Франції, з Польщею. То есть идет обмен опытом, мы смотрим, какие подключаются города, какие страны к нам подключаются. Проекты есть, но я же говорю, дефицит настолько серьезный, что мы с вами смело можем сказать, что мы не ощущаем того, что у нас охвачено достаточное. Есть достаточно большой охват нашего населения, и как бы все інформовані о том, що такі проекти существують. Насправді, от, напевно, освітні проекти, ось ці, які діють зараз в Дніпрі, вони так більше на студентів, так, націлені. І от дуже досить багато ви вже і вишів до себе підтягнули, так би мовити, і студентів залучили. А от, напевно, хочеться ще більше, більше, більше. Хочеться. Очень хочеться бачити як можна більше наших шкіл. Ну, к сожалению, карантин, да, и мы не можем вот так свободно со школами общаться, проводить, приходить к ним. Я надеюсь, что это все скоро закончится, и школы – это то, чем мы будем заниматься в первую очередь. Зрозуміло. А як ви гадаєте, цей саме національний план дій, як він вплине все ж таки? Тобто буде бюджетування національне, так, ось цих програм освітніх? Ми, звісно, розраховуємо. Да. Ми розраховуємо на те, що государство візьметься за цей план дій серйозно. И я думаю, что начали уже постепенно появляться какие-то более-менее экологические ролики. Тут важен еще, конечно, контроль этих всех мероприятий и событий. Но, наверное, было бы очень хорошо, если бы мы, хотя бы даже область наша получила финансирование, и мы совместно бы проводили уже на уровне области все, в таком формате выступали. Да, звісно. А в Дніпропетровской области чи існують якісь такі освітні, схожі на освітні проекти Дніпра? Ну вот то, что я могу назвать, это есть в основном грантовые проекты, да, там GIZ финансирует экологическую тематику, и какие-то есть проекты ЭБРР, которые выделяют деньги на работу с громадами нашими, ну, нашей области. Ну, массовости тоже мы тут как бы не наблюдаем. Потому что есть запрос.
Очень часто из наших различных громад территориальных, с областных, они звонят к нам в департамент и просят нас там по этой теме провести семинар, такой или такой, или такой. То есть мы понимаем, что, собственно, у них, конечно, дефицит огромный. Зрозуміло. Тобто освітні семінари для того, щоб навчити громад, розробляти якісь освітні проекти і робити їм... Реалізовувати навіть свої повноваження, тому що процес децентралізації, він багатьох там просто збив з толку. І навіть та частина, от ми робили... Я бачила, що проходять семінари, там я в них приймала участь для громад. Даже тех, кто проучился в прошлом году, после выборов поменялся состав. То есть и этих людей тоже надо учить заново, как разумно потреблять, как распоряжаться мусором, как вообще тратить деньги громады на вот эту вот работу для того, чтобы было чисто. Насправді, от дивлячись на освітні проекти Дніпра екологічною тематикою, то вони ось такі якісь цікаві. Тобто, сухо на семінарах, на конференціях доносити інформацію, мабуть, це не досить сучасно. Да. Треба креатив усюди додавати, да, щоб це було добре. Національна амплія культурного обміну, це проєкт, це дівчатки, які горять цими ідеями, вони самі дуже екосвідомі, скажімо так, і вони своєю енергією заряджають просто все вокруг себе. Вот, поэтому у нас мы стараемся отходить от формализма, от традиционных методов. Ну, вот эти вот скучные мероприятия, да, в виде лекции, когда бу-бу-бу-бу-бу бросайте мусор, это, ну, вообще не заходит. Поэтому у нас и появляются хакатоны, видеоформат, короткие съемки. Блогинги. Да, да. Кінофестивалі. Мы очень рады, что мы сотрудничаем с Национальной ассамблеей. Это просто для нас находка. Я думаю, що від цієї колаборації виграють всі. Дякую вам, Ірино, що прийшли сьогодні нас на до студії і розказали про освітні екопрограми у Дніпрі. Бажаю вам успіху в реалізації. Спасибо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!